Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит. Сегодня я буду рисовать фломастерами. Фломастерами веселыми, яркими. И буду рисовать лося. Рисую фломастерами утолщенными фирмы Гамма. В 12 цветов. Очень удобные для ребят, для детей. И я знаю, что они, красители у них специальные, такие как надо, чтобы детям это было не вредно, а безопасно. Рисуем лося. Давайте нарисуем лося так, как я его вижу. Примерно вот такой он. С такой головой. Это груша лося. Груша такой, лось. У него могут быть, и это игрушка лось, да? У него могут быть уши, мы рисуем уши ему такие, уши и тело, вау, тело рисуем. Так как это игрушка, у него есть хвост, но он какой-то такой короткий, что ли, у лося, да, такой небольшой хвост. И игрушка с ногами, нарисуем ему такие игрушечные ноги. Это игрушка тильда может быть, да? Совсем игрушечная. Все. И теперь самое главное. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, мой сторис. Дочка тоже несколько раз рисует, но вы, к сожалению, не видите его почему-то. Если у вас закрытый канал, то я не могу. Давайте сейчас я дорисую. Киева. Сейчас я вас попробую найти. Немножко перерывчик в рисовании. Сейчас попробую вас найти. Если тоже такое случилось, прям обидно. Давайте попробуем. Киева, подчеркивание, нет, подчеркивание, где ж тут подчеркивание, я не вижу, а вот подчеркивание, 13, яра, а, нет, ата, не вижу вас еще раз. АТ. Почему-то не могу. А, вот вас нашел. Сейчас посмотрим, что вы... Да, действительно, тоже вы прислали мне Камила, 6 лет участвует, а я не вижу. И если так обидно, почему я не вижу, что вы участвовали, я на вас тоже подпишусь в ответ и надеюсь, что в следующем ваша сторис тоже появилась. Что в следующем вы будете тоже участвовать и у вас все получится. Давайте рисуем рога. Рога лосю большие рисуем. Вот такие огромные рога. Чем отличаются рога оленя от лося? Мне кажется тем, что они очень массивные, большие. Толстые, крепкие. И мы их закрашиваем сразу коричневым. Такие толстые коричневые. Пишите, если я действительно не увидел кого-то, я обязательно добавлю. Но не всегда Инстаграм срабатывает, но чаще он срабатывает. Я все вижу, все у меня получается, и я отлично добавляю всех. Такой вот у нас лось получился. Так, что еще? Что еще мы хотели нарисовать? Голову же его хотели нарисовать, да? Как он выглядит у нее? Ага, такой веселый. Нужно рисовать ему такой бантик. У него вот такой не бантик, а шарфик. Мы рисовать будем шарфик. И он будет полосатый. Полосатый шарфик новогодний. Сегодня новогодний у нас лось в подарок. Такой вот у нас новогодний лось. Теперь рисуем ему глаза. Глаза черные. Пуговки, глаза пуговки, носик и улыбочку. Вот так примерно он у меня выглядит. Можно копыта нарисовать, копыта коричневые. Игрушка лось, копыта коричневые. И сам он, наверное, оранжевый, но я не знаю, стоит ли закрашивать весь его, всего его оранжевым, потому что это будет, ну, не так красиво, если бы мы раскрашивали гуашью или акварелью, то это было бы более нежно и красиво смотрелось. Так он будет смотреться, как будто мы неровно как-то закрасили. А если ровно закрашивать, фломастером все равно трудно закрасить, чтобы он совсем был без штришочков. Вот так закрашиваем. Ну, давайте уже закрасим. Вот такой у нас лось. И, конечно же, давай ему сделаем что-то новогоднее. Насыпем ему сугробов. Пушистых сугробов. Нарисуем снега. Новый год. Рисовали лето, а рисуем Новый год. Рисуем снег. И рисуем маленькую елочку. Совсем малепусенькую. Вот такую елочку рисуем. Вот такую маленькую-маленькую зеленую-зеленую елочку. Она будет радовать его и нас тоже.
с оранжевым, нет, с красной звездой и с красными шариками, которые вот так идут, раз. Вот такой у нас рисунок получился. Все просто. Участвовать в конкурсе легко. Приходите, участвуйте. Я всегда вас найду и всегда добавлю. Если вы мне пишете, то пишите. Лучше задавать вопросы или в сторис, писать мне сторис и писать что-то. Или же приходить на прямой эфир и участвовать в конкурсах. Там же тоже можно все написать мне и задать вопрос. С удовольствием отвечу, и все это сразу же сделается. Лось готов. Сегодня хороший вечер. Я рисовал с утра лето. Сейчас я нарисовал лося новогоднего. Новый год мы ждем. Я готовлюсь, много рисую. На канале Рыбакит каждый день на Ютубе выходят новые ролики новогодние. Так что не пропустите, их там много. И они всегда новые. Я всегда стараюсь что-то новое придумать и нарисовать, чтобы это было просто и интересно, и чтобы не так долго рисовать, что ли, и не так я считаю так, что первый рисунок ребенка, который он захотел нарисовать, обязательно должен получиться, а дальше он уже сам поймет, что ему надо, что не нужно, как он должен рисовать, и не обязательно повторять. Хороших рисунков, до завтра.